Здравствуйте, меня зовут Оксана, я из города Орел, мне 39 лет. А у меня есть вопрос по поводу такой болезни, как тромбофлебит внутренних вен. У нашей бабушки, к сожалению, такая беда случилась. Возраст 45 лет нашей бабушки Наде. Наша бабушка молода, и не хотелось бы, чтобы она дальше мучилась такой болезнью, потому что боли в ногах не дают спать, отеки постоянные, эти шишки, во-первых, некрасиво, хочется и платье одеть иногда, поэтому, ну вот, а боли мучают и ночами, и днями, скажем так. Хотели бы узнать, как можно, ну, с этой бедой справиться, потому что операция – это рискованное дело. Хотелось бы обойтись без этого, без полосовых операций.